Всем привет! Сейчас будем устанавливать на Minecraft данную карту. Итак, для того, чтобы установить такую карту, вам нужно по ссылочке под видео скачать архив, распаковать его. Далее идем в Minecraft, расположение файла, Minecraft. Видим папочку Savas, открываем ее. После чего открываем наш скачанный архив и перемещаем в нашу папку Savas. После чего запускаем игру Minecraft и выбираем нужный мир Таргир. Всем пока, ставьте классы, подписывайтесь на мой канал. Я также буду выкладывать, постараюсь как можно чаще с новыми мирами видеоролики. Подписывайтесь на канал. Пока.